Запретили купаться в Хопре. Прокуратура Аркадакского района провела проверку по факту гибели троих детей на воде, по итогам которой были выявлены нарушения. Установлено, что на берегу реки в городской зоне не было предупреждающих знаков о запрете купания. В адрес главы муниципального образования было вынесено представление об устранении нарушений. Напомним, 30 июля двое детей 11 и 12 лет поехали на велосипедах купаться и пропали. На следующий день на берегу Хопра нашли их одежду, а потом обнаружили тело одного из ребят. Второго мальчика достали из воды 1 августа. В этот день в том же районе был обнаружен труп 6-летнего мальчика, который приехал вместе с родителями на отдых из Москвы. В настоящее время в местах массового отдыха на реке Хопер установлены информационные таблички, а также организованы ежедневные патрули сотрудников полиции и администрации района.